Очень удобно через Shodan искать конкретные версии конкретного ПО. Например, по баннеру мы можем искать сервера на определенной версии Apache, Nginx, и если версия уязвима, мы можем это как-то использовать. В Shodan очень удобно использовать минус-слова. Минус-словами мы можем отсечь, например, ответы сервера. Как мы знаем, есть ответы сервера успешные, вроде 200, да, это окей. Есть коды ответа сервера с редиректом или страница не найдена. Мы можем это использовать следующим образом. Я уже вбивал подобный запрос. Мы ищем устройство Huawei в баннере, где коды ответов сервера исключают значения 401, 400, 301 и 302. И тем самым мы получаем более чистую выдачу. У нас найдено 261 тысяча устройств. Устройства самые разные. Главное, что они в баннере есть слово Huawei. На этом все. Спасибо за внимание.